Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео мы посмотрим листинг криптовалюты ДНТ в торговой паре с USDT. ДНТ, биткоин уже существует, но сейчас вот через меньше минуты залистят еще с USDT и с BUSD. Посмотрим, что будет с ценой. Итак, вот-вот уже сейчас скоро будут показывать цену. Так, вот уже 8.00.63, 0.00.75. И сразу вот объем уже у нас произошел. Первые торги, первая покупка. Сейчас я выведу график. ДНТ. 0.0.74. 0.0.64. Смотрим пока. По рыночным сделкам вот немножко сделок, не такие активные торги идут, как вы видите, около 20 сделок, разница 63-75 максимум, но сейчас уже 65, цена не сильно меняется. Ну, будем смотреть. 69 уже. Так, смотрите, какие у нас есть тут ставки. Предложение даже на 0.34, в 5 раз больше. На продать. Кто-то надеется, что он прыгнет. Итак. Ну, смотрим дальше. Итак, цена уже падает. 0.065. Ничего сильно не меняется. Так как эта криптовалюта уже давно существует, то торговая пара с USDT только на данный момент понижает цену. Хотя был небольшой скачок в самой первой минуте, но сейчас она приближается к минимальной, которая была в начале. 0.063, но сейчас еще 65. Разница всего лишь 3%. И пока что не меняется. Очень медленно торги происходят. Маленький объем, всего 6000. По сравнению с другими криптовалютами. И медленно-медленно спускается вниз. И за 3 минуты, в принципе, никаких резких движений не произошло. Можете посмотреть листинги других криптовалют. Если еще не видели, у меня на канале очень много интересных листингов. Первые минуты были совершенно разные. И даже третьи минуты были разные. Вот. Было такое, что первые минуты вообще никаких не было продаж и покупок. И только на третьей минуте начался
начали с торги. И скачок был там в 30 с чем-то раз. Очень было интересно. Четыре сорок. Шестьдесят 54.50. Ну, тут сильно не заработаешь уже. Пока что. Можем посмотреть рыночные сделки опять. Часа три уже. Ну, кардинально ничего не меняется. Только кто-то теряет деньги. 63.96. Сейчас цена, а минимальная была 63.02. Вот рыночные сделки у нас очень редкие, в принципе. Шестьдесят 53.50. Ну и все. Итак, прошло почти 15 минут. Как вы видите, оно опустилось на уровень самой минимальной цены в первую минуту. Немножко повышается, но пока что на минимуме. Разница, кстати, между покупкой и продажей 2%. 63.02 и 64.28. И так оно пока стоит. Ну, всем спасибо за просмотр. Хорошего дня и удачной торговли. Всем пока-пока.